согласно информации на сайте minskmetro.net, запрещается заходить на станцию и проезжать гражданам в нетрезвом состоянии, курить на станциях и в вагонах, провозить опасные для пассажиров взрывчатые ядовитые вещества и предметы, бытовые газовые баллоны, портить приспособления и оборудование вагонов метрополитена, ходить по железнодорожным путям, заходить на станцию с мороженым, а также багажом, в обуви и одежде, которые могут испачкать пассажиров и постройки метрополитена. С этими правилами я согласен. А с такими правилами, как не проходить и не находиться на станции без обуви, и не пользоваться наушниками, я категорически не согласен, поэтому выполнять их не буду. Снять ваши глупые действия. Да? Да, я босиком, я всегда хочу даже ездить босиком. Да, на всех станциях. Я закаляюсь, я пробую. Я поеду. Ну, а в чем у меня задерживаете? Зачем вы придерживаете меня за руку? Поехали. Опа. В смысле, это моя подружка? Да. Таня, садись туда, пожалуйста. Садись. Да, только аккуратно, не сбей. Пока! Пока! Пока!